привет, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу о 10 качествах, которые должны быть у фотостокера. Послушайте и проверьте, есть ли у вас эти качества. Первое качество – это целеустремленность. Люди приходят на фотостойки не просто показать свои какие-то картинки и фотографии миру, а заработать деньги для достижения какой-то цели. Я могу сказать, что у меня определенная цель, на которую нужны деньги – и в разных сферах своей деятельности я стараюсь преуспеть, чтобы достичь своей цели. Второе качество – это трудолюбие. На фотостоках нужно постоянно, много и регулярно, в общем-то, работать и загружать свои фотографии и картинки. Если человек быстро устает и вообще не привык работать, ну, надо что-то с этим делать. Третье качество – это профессионализм. Все мы, стокеры, должны выполнять свою работу профессионально, качественно и отслеживать тренды. То есть, конечно, от качества зависит очень многое. Четвертое качество – это реализм. Нужно реально оценивать свои силы и конкуренцию в данной сфере деятельности. И вообще нужно реально оценивать экономическую обстановку вокруг нас и все вот эти вот изменения, связанные с различными влияниями во всем мире. Пятое качество – это креативность. Нужно уметь создавать что-то свое, не копировать чьи-то идеи, да, а именно придумывать что-то новое, вносить новую струю, и тогда покупатели будут обращать внимание на ваши работы. Шестое качество – аналитические способности. Нужно уметь анализировать, что лучше продается, что лучше востребовано. Это все, конечно, приходит с опытом, и по мере того, как будут продаваться ваши работы, вы сможете проводить какой-то свой анализ в своем портфолио. Ну и, конечно, на некоторых фотостоках есть статистика продаж, и вы можете просто анализировать, какие темы более востребованы. Но это не значит, что нужно копировать чьи-то работы. Надо просто анализировать, что сейчас востребовано у покупателей. А для того, чтобы делать такой анализ в своем портфолио, его нужно делать разнообразным, использовать разные техники и, конечно, работать в разных тематиках. Самостоятельность. Фотостойки – это прекрасная работа для тех, кто умеет работать самостоятельно, а не под четким руководством какого-то начальника. То есть вы сами себе начальник, и вы должны сами нести за себя ответственность. Самостоятельно планировать свое время, самостоятельно садиться за работу и достигать своих результатов самостоятельно. Восьмое качество – энергичность. Это значит, что фотостокеры должны быть достаточно бодрыми, достаточно энергичными, не терять свой такой рабочий запал и постоянно быть в тонусе. Потому что на работу, конечно, требуется энергия. И если у вас ее не хватает, ищите источники для повышения энергетики. Возможно, это питание, возможно, это спорт, прогулки, позитивные эмоции, но энергичным быть необходимо. Девятое качество – дисциплинированность. Нужно не расслабляться и работать постоянно в одном темпе, как минимум, а еще лучше постоянно, в общем-то, наращивать свою мощь и грузить все больше и больше, работать все лучше и лучше. Нельзя отлынивать от работы, нельзя надолго забрасывать фотостоки, то есть ваша работа должна быть регулярной, и не терять качество, в общем-то, вы должны все время быть на высоте. Последнее, десятое качество – это стремление к развитию. У человека, который работает на фотостоках, я считаю, должно быть постоянное внутреннее стремление к тому, чтобы чему-то еще научиться, освоить какие-то техники и, в общем-то, развиваться. Поэтому, если человек хочет, знаете, чтобы его оставили в покое и вообще от него ничего никто не требовал. Ну, можно остаться, конечно, на этом уровне, но тогда об успехах особых таких вот, наверное, мечтать не придется. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие, на ваш взгляд, качества еще необходимы фотостокерам. Эта информация будет полезна очень многим. Всем спасибо за внимание. С вами была Полли. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!